Привет, вы на канале Кривых Ушей Коллега Сити для лекции. Меня уже зовут не Максим, а Александр Флорекса. Прям как на канал. И, кстати, я у одного ютубера это стырил. Отстань. Я забыл еще поменять оружие, ребятки. Ну, ребят. Оп. Пикатейкин, мистер Пикатейкин. Что-то вы такие сегодня не веселые. Почему-то. Ну, кто не знал, это зомби. И это спик. Это игра пиксельная. Ребят. Я псих какой-то. Перезарядка. Кстати, кажется, что здесь один патрон в этой... Ну, 30 патронов, как у калаша. А оказывается, 170 патронов. Так, так. Монеточка! А, это бро у меня на телефоне ж. Или нет, или да, или нет, или да, или нет, или да. Так, короче, это бро у меня на телефоне, ребят. Ты где? Ну, вот ты где. Я к тебе в гости не подходил. Паучер! Паук! Кстати, кто не знал, это мне на арене быть очень нравится. Это легче, чем против игроков-то. Отстреливаться. И, кстати, это новая версия. Есть старая, но я не знаю. Ну, она там круто. Ну, там можно только в компании, и там легче играть. Просто создали старую версию, чтобы было легче. Поняли? Поняли? Я надеюсь, что вы поняли. Если не услышали, напишите сегодня в комментариях. Напишите в комментариях, вы слышали или нет. Потому что я не знаю. Потому что я не знаю. Повторю. Алло. Ох, вы такие моего динозаврика вытягивайте. А я пока что ничего не вижу. Так, мне. А, это тут мне. Калаш, типа мне сильно надо. У меня есть крутой мини-гар. Ну, миротворец его почему-то тут называют. Так, где вы? Где вы? Где вы? Где вы? Аптечка, 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 опачки. Немножко не промахнулся. Ну, я не знаю сколько раз, но, по-моему, уже 3. Да вы достали уже. Отстань. Ты тоже отстань. И ты, и вы отстаньте. И ты отстань, и ты отстань. Можно я без вас побуду? Вы-то соседи. Вы уже вообще соседи. Меня хотят соседи эти убить. Кто не знал, я просто их говорю, как... Ну, это просто монстры, а я их говорю, что это мои соседи. Это не мои соседи. Так, перезаряжай пушку. Ну, тут какая-то непонятная пуля. Вот тут вот пуля. Сейчас у меня будет золотого идти? Не, не будет. А, это я на телефоне прокачал нагрудник. Чё я так не очень? Что это я такое? И память не очень хорошенькая. Давайте вот. Ребята, кто не знал, и... Так. Вырезал один момент. Я вам не хочу его говорить. Опс. Ну все, вам хорошо видно? Мне, например, неудобно играть на столе. Вы сейчас напишите в комментариях. Да снимай как-то на кровати.
Да не-не-не, я не согласен. Не пишите даже. Даже не пишите, даже не пишите. Чтоб я не видел такого комментария у себя под роликом. Ребят. Эй! Да вы меня хотите. Ё-моё, свинья какая-то! Летающая. Аж ребра торчат. Чё? Я не играю с вами. Да. Женщина, я не танцую. Ха-ха-ха. Радостная твоя песня. Ребят, я смотрел, там был мистер Макс в каком-то доме. И там было написано еще тайна. Тайна. Ну вы вообще уже... У меня нету патронов, я так не играю. Эй. Блин. Успел увернуться, ребят. Щоп, чуть-чуть. И щоп. Оп. Увернулся. Да, птички, вы меня уже... Ведь моего динозаврика мучаете. Пульку перезаряди. Пульку, я сказал, перезаряди. Так, что там? Я сказал пульку, а не бучку. А сюда можно залезть? Что, нельзя, что ли? Да, как так? Аниматроники, это я уже знаю их. Они появляются где только можно. Только умри, они говорят. И мы тебя отпустим. Умрёшь, и мы тебя отпустим. Они вот так вот говорят мне. У себя дома. Его динозаврик уже нагрел. Ну все, вы мне надоели. Получите. Ну вас очень много, и вы мне надоели. Надоели уже. Да, иди ты со своими силами. Я тебе сказал своими слюнями, я тебя не люблю. Ты... Отстаньте! Я не ваш папа, я не ваш брат. Отстаньте уже вы, надоели. Ха-ха-ха, вы тупые, вы неумные. Ё-моё, я думал, что вы умнее меня. Да. Ха-ха. Да. Это золотой миротворец. Вам не показал. Я никуда не пойду. Чика, блин. Я уже хотел ему в голову стрелять. Сразу. Нет, 30 даже. Оп, смотрите. Это кто? Это та волна, которая... Где Суэндер? Уже, блин, нападает. Отстаньте. Ну, эти твари еще. Так где Слендер? Вон этот Слендер. Отдала Слендера, за 1000 минут победишь в реальной жизни. А тут за 1 минутку победишь вот этой пушкой. Пушенцей. Спаси, мама. Мамочки. Мама, спаси. Ну ладно, все, хватит. Бояться. Получите. Вон. Гранату я прошу вас. Граната. Что? Ну вы вообще нарвались не на того. Вы это знаете?
прям сливается этот парень. Сливался, ну я не слепой. Вы достали уже, я вас уже той пушкой мочу, той, сёй. Секой такой. Ну ладно, я не буду по 100 раз повторять. Я так не играю. Я с вами не играю, вы не игры. И почему-то я вас убиваю. Непонятно почему, но я вас убиваю. Ну, убиваю, как бы. Давай эту пучку. Давай еще эту пушку. И пистолет. Давай. Да я счастье со своими плевками. Они сильные почему-то. Отстань. Вот тебе Дина показал, кто тут батя. Так, тут уже надо брать все, что видит, все, что видит глаза твои. Тут уже надо брать аптечки. Аптечки, кстати, стоят 1,50 гривен. Ну, тут они бесконечные. Эк, что это за японецянный? Ну, тут новые появились какие-то еще летучие мыши. Кто здесь вообще и живет? Блин, да отстой, я и таких отстойных монстров еще никогда даже не видел. Я сейчас офонарил, честно. А ну-ка, пошли вы. Ну, монстров не видно. И как бы, ну, они издалека только видно, ребят. Всем пока-пока, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. И первый, и второй, и третий. Всем удачи, всем пока.